Владельцы земли на Дальнем Востоке смогут получить жилищную ипотеку под 8% годовых сроком на 5 лет. На выгодных условиях недвижимость можно будет приобрести уже через месяц. Такое поручение получил Фонд по развитию Дальнего Востока для того, чтобы создать инструмент для поддержки освоения 1 гектара земли, сообщает российская газета. Льготная ипотека – одна из самых ожидаемых мер господдержки для будущих владельцев гектара. Как показал опрос, 87% россиян, участвующих в данной программе, считают особенно значимым вопрос о строительстве дома на своей земле.